ваших рук и ног прочные кости и суставы. Даже если вы упали и сломали ногу, это не беда. Сломанная кость срастется, и вы сможете снова ходить. Но иногда кости или сустав ломаются так, что их уже не вылечишь. Тогда их приходится менять на искусственную деталь – протез. Протезом можно заменить не только кость, но даже потерянную руку или ногу целиком.